город рыбаков, а рыбак – это дважды моряк. Я не раз слышал, что, побывав однажды на рыболовецком судне, выйдя в море, в путину, каждый поймет, какой это великий труд добывать рыбу. В нашем городе любят и чтят моряков, и рыбаков. У входа в старейшее в рыбной отрасли страны учебное заведение Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени Месяцева установлен памятник рыбакам. На невысоком постаменте в натуральную величину установлена фигура рыбака, который словно готовится забросить сеть в морскую пучину. Два якоря дополняют незатейливую композицию, но сколько в ней смысла. Море зовет, но несмотря на долгие рейсы, разлуку с семьей и трудные условия на рыбопромысловых судах. Но сколько б нас штормами не качало, не жгло метелью, скрученную в жгут. Горжусь, здесь океан берет начало, и пути морские здесь отсчет берут. Лицом на океан мой город символ, и все взглянуть на юг милей в сто раз. Отсюда начинается Россия, от Мурманска, от моря и от нас.